Студентам Люберецкого филиала Московского областного медицинского техникума вручили дипломы. Поздравить выпускников одного из крупнейших профильных образовательных учреждений Подмосковья приехал Владимир Ружицкий. Люди в медицину приходят по призванию, по желанию, по мечте. Я думаю, что вот первый этап ваших мечтаний, он сегодня сбылся. Вы у нас необычный выпуск. Выпуск пандемии. Мы вместе с вами 2 года, да, боролись, но не расслабляемся. Ковид никуда не отступил, поэтому его ВОЗ не отменял еще. Поэтому берегите, пожалуйста, себя, особенно на рабочих местах. Дипломы в торжественной обстановке вручили фельдшерам, медицинским братьям, фармацевтам и медсестрам. Светлана Серапян с детства мечтала связать свою жизнь с медициной. И Люберецкий колледж ее мечту исполнил. Здесь нам научили, как готовится вообще наша профессия. Что это такое? Манипуляциям разным, уход за больными. Как разговаривать, как общаться с людьми. Я люблю свою профессию, обожаю. И дай бог, чтобы получилось, я дальше работала. Сергей Ерема тоже окончил колледж с отличием. Младший представитель медицинской династии планирует работать в реанимации или операционном блоке. Мне всю жизнь хотелось помогать людям, быть добрым, отзывчивым, ответственным. Дальше планирую работать медбратом, а также пройти профессиональную переподготовку на анестезиста, скорее всего. В Московском областном медицинском колледже номер 2 4 структурных подразделения. Люберецкий филиал – один из самых крупных. В этом году его окончили 108 человек, 25 из них получили дипломы с отличием. Богдан Колесников, Петр Пономаренко, телеканал ЛРТ.